какое у тебя образование. Часто вот таких, как ты, людей успешных много, там, высших образований. А часто бывает такое, что у успешных людей нет высшего образования вообще, и многие даже школу не до конца закончили. Часто бывает. Я закончил Московскую гимназию. После 8 класса пошел в Московское Суворовское военное училище. Учился 3 года в Московской кадетке, а после пошел в... Ну, раньше это называлось факультет спецпропаганды при главке, при разведуправлении. Сейчас это факультет зарубежной военной информации на базе ВУМРФ, военный университет Министерства обороны. Закончил в 2006 году университет. Ну, у тебя было прям желание пойти, скажем так, по стопам своего деда, или просто они это, ну, скажем так, твои родители этого хотели? Знаешь, давай быть откровенным. Во-первых, с точки зрения эпохи отношения к военнослужащим в конце 90-х, начале 2000-х годов, уровня зарплат, социальной защищенности, ну, наверное, это был далеко не самый перспективный социальный пласт. А если говорить о качестве образования, которое я получил, ну, наверное, это одно из лучших образований в России на тот момент, я не побоюсь этих слов. С точки зрения перспективы,